распылитель «Штиль» и защитный костюм. В городе продолжается процесс обработки мест общего пользования в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Остановочные комплексы, хоть и стали менее популярны в связи с введением режима самоизоляции, но все же используются жителями и гостями Кунгура. Сделать их безопасными – задача городских спасателей. Люди берутся за ручки, за поручни тут все, чтобы инфекция никакая там. Сами знаете, что у нас коронавирус. Вот для этого и ходим, и обрабатываем. Задача у нас сегодня стоит по улице Свободы до конечной обработать, потом по улице Красногвардейцев выезжаем на Микушево. Там заканчиваем. По информации администрации города, всего в Кунгуре насчитывается больше 130 остановочных комплексов. К этому дню большая их часть уже обработана. Спасатели продолжат работу до тех пор, пока все остановочные комплексы не будут обеззаражены. В борьбе с мировой инфекцией им нужно использовать все средства защиты, самое эффективное из которых – оставаться дома.